Я с подсказками хорошо. Добрый вечер, дорогие товарищи. Я являюсь координатором группы «Своих не бросаем Оренбург» и «Городище фронту». Многие меня знают как Оля Городище. Так просто. Когда мне было 8 лет, мне очень хорошо запомнился День Победы. И казалось, что это больше не повторится. Но прошло не так много времени, и мы снова слышим эти страшные слова: нацизм, фашизм. Поэтому после объявления специальной военной операции в душе что-то перевернулось. Хотелось как-то помочь ребятам, оказать помощь. Поэтому мы сделали группы по сбору помощи. И сначала нас было много, теперь нас тысячи. К нам присоединились города Орск, Бузулук, Гай, Новотроицк. И хотелось бы вам рассказать о нашем селе Городище, откуда я приехала. У нас организовано производство маскировочных сетей, окопных свечей. Может быть, немногие об этом знают, но есть такие окопные свечи, которые согревают ребят в окопе. Даже на них можно приготовить еду. Также у нас есть вязальный батальон. Возможно, кто-то уже об этом знает. Наши бабушки, женщины, девушки, даже мужчины у нас есть, вяжут носки, манишки, пояса. Через это передается все тепло нашим бойцам на фронт. Потому что мы с ребятами держим связь, всегда их поддерживаем, всегда передаем всю необходимую помощь. Хотелось бы выразить благодарность семьям, которые очень хорошо помогают. Это Карповы, Рязановы, Ермолаевы, Губановы, Сазоновы. И очень хотелось бы выразить благодарность Сю и Лек, с которыми мы непосредственно собрали. И сегодня я вот буквально оттуда приехала. Мы собирали помощь ребятам ПВО, которые у нас проходили переобучение после 9 месяцев. Они там находились на специальной военной операции. А здесь у нас они были на переобучении в Павловских лагерях. И мы им, ну, я надеюсь, что хорошо помогли, так как у них скоро отправка. Вот. Хотелось бы, знаете, чтобы... Понятно, что мы все сейчас просыпаемся, и слова такие, как патриотизм, раньше для нас были немножко в стороне. Мы как-то стали забывать об этом. Да, мы знаем патриотизм, все вот такое вот. Но сейчас все больше, и это очень сильно радует, что тепло, доброта, патриотизм, все это у людей просыпается, так сказать. Оказывается, мы этого не забыли, у нас все это есть. Хотелось бы побольше помогать нашим ребятам, потому что чем больше нас будет с вами, тыловиков, тем быстрее мы победим. Нам нужна также финансовая помощь, конечно же, для закупки материалов, для сетей, свечей. Также ребятам очень нужны технические средства, такие как тепловизоры и все остальное. И хотелось бы очень сильно вас попросить, у нас в Доме офицеров и на Родинцево, Содружество, есть такое общество, ведется сбор гуманитарной помощи. Если у вас есть такая возможность, то, пожалуйста, можно туда принести все, что угодно. Во все времена победа ковалась в тылу. Тыл во все времена помогал фронту, и это его святая обязанность. Как сказал один из командиров, мы щит, а вы рука на этом щиту. Поэтому без нас, ребята, будет очень сложно. Победа будет за нами. Благодарим вас.